Так, маленький урывок, который поставлю как отдельное видео. Я вот тут на рыбалке за городом, вот в аргентинском селе, скажем так. Вот пока у меня удочки заброшены, ничего не клюет, покажу одну штуку, которую я купил. Сегодня я на ней готовить не буду, но вот именно для таких рыбалок купил. Вот смотрите, тут в таких местах диких всегда можно развести костер. На костер можно положить, у меня есть такая моя аргентинская парижа. Помещается она у меня в багажнике, у кульки лежит. Места не занимает. Сейчас покажу, как она выглядит. Выглядит она вот так. Так, пока кулек не убежал, значит, что она из себя представляет. Вот такая штука. Да? Вот прикидываем, что там костер. И надо приготовить обед на рыбалке. Ты, значит, берешь, делаешь так. Лучше, конечно, если вообще кто сделает еще с нержавейки, но это уже дело такое. Тут по сравнению с тем, на чем готовят, своя, лучше даже ржавейка, потом чистишь. Вот достается ножка, прикручивается вот так. Берется вторая ножка, отсюда вынимается. Прикручивается вот так. Вот и все, вот моя парижа, да? Берешь, делаешь костер, делаешь угли, несешь, ставишь. И вот так. Все. Сюда ложатся куски мяса или шампуры, или еще что-то. И все. Если вам надо опустить, откручиваешь, опускаешь. Выбираешь таким образом любую, так сказать, высоту, которая тебе подходит. Вот и все. Очень простая штука, как видите. Место не занимает. Отставил. Готово. Перевернул все надо. На костер поставил. Вот такая штука походная у меня. Это для шашлыков, для просто кусков мяса. Просто курицу расположить вот так вот. Типа сделать ее там, раскрыть. И все. И получается на такую парижу. Потом почистил. В озере помыл. Тряпкой высушил и собрал походное положение. Походное положение — это ножки открутил. Берем вот этой штукой маленькой сюда. Задвинул. И ножки стали вдоль этого самого. Одна туда ушла. Вот, конечно, их надо чистить. Я уже рассказывал, это не есть нержавейка. Это такая разовая штука. Ну, не разовая, но в смысле особо за ней жалеть нечего. Она стоит дешево там. 250 песо обошлась, так что это, знаете, практически ничего. По весу не имеет никакого веса, вот так. Берешь, положил кулек, видите, по высоте небольшая. Кулек засунул и в багажник машины на дно бросил. Это ваша походная, то есть моя, не ваша, походная парижа аргентинская. Вот и все. Отнес багажник, положил. Ты на рыбалке сможешь с друзьями посидеть за свежим мясом. Ну все, пока, до следующих интересных видео. Подписывайтесь.